Здравия, соратники. У меня снова паранойя разыгралась. Странно, да? И вот упав почему-то прямо на дорогу, на две указующие желтые полосы, прям как в известной сказке, следуя по желтой дороге в изумрудный город, вылазит нечто. Странная прическа, странное движение. Может, она намекает, что у них лапы длинные. Странный хруст. Посмотрите, может быть, мне все-таки показалось. Меняет личину, меняет обличие. Меняет, ну совсем как Кэти Перри или известная нам одна матрёна под названием Кимбра. Прилетает на тарелке, устраивает взрыв, съедает всех, кто был рядом, странных мужиков. Да и вот эти колоночки странные, они мне глазики напоминают. Большие фасеточные глазики, как и её топик, можно сказать, розовый, как её прическа. Может быть, я паранойя все-таки? Я на этих насекомых свикнулся, а? Ну, блин, ну вызовите мне санитаров, наконец. А наверху сидит еще одна, самая главная, которая говорит, что мне похеру на всех. И это борьба на выживание. Имитирует такие же движения, как та, что прилетела. Интересная пленочка. Мне одно кажется, что это хитин имитирует. Что она мутирует, в кокон сворачивается и потом... получается нечто новое. И выходит это нечто новое на землю. И выпускает желтыми вот этими полосами. Она выпускает что-то на землю. Какой-то другой вид. Вот, ну, мне кажется, это все-таки фасеточные глазики. А вот эту пленочку мне хочется ей, вот той главной, которая наверху, засунуть в известное место. Где-то между жвал. Общий посыл, как мне кажется. Она нас поджарит после взрыва, улетит наверх, к той самой, которая наверху. Выживешь ты или я, это игра. Ну, для нее это игра, но мне кажется, что в эту игру можно играть и вдвоем. И я уже начал. Присоединяйтесь. Раз игра на выживание, это точно либо она, либо люди. В этом она права, открыто говорит очень многие вещи. И мне кажется, что зеленой кровь не бывает. Это она не поедание изображает. Хотя у них зеленая кровь, но явно речь идет о заражении. Чем она хочет нас заразить? Вопрос. Однако, мне кажется, что все-таки это как в случае с Кимброй, Шнуром и так далее, послание, что что-то, прилетев на небо, сожрало всех и нас хочет поджарить, а еще заразить кое-чем и сделать такими же, как она. Или это все-таки не паранойя? Как вы считаете, соратники? Что вы еще думаете? Кто еще что увидел из того, что я не увидел, а я не увидел, не сказал многое? Пишите в комментарии. Какое послание нам оставили?